41-й, год потери страха, заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый, все при нем, и силушка, и стать, а за ним второй, пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Найн», — твердил он важно, — «расстреляет». «Нет», — она просила, — «пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня, меня убейте, но в живых оставьте сыновей». И ответил офицер ей чинно: «Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем сына, кто тебе милее, выбирает». Как в смертельной этой круговерти ей сберечь кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последуешь обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила: «О, не пожелаешь и врагу мук таких!» Сынов перекрестила и призналась фрицу: «Не могу». Ну а тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты. Старший, виновато улыбаясь, младшего груди своей прижал: «Брат, спасайся, ну а я останусь. Я пожил, а ты не начинал». Отозвался младший: «Нет, братишка, ты спасайся. Что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать». Тут учтиво немец молвил: «Битте!» Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: «Расстреляет!» Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. «Уж не жить сыночком, не цвести!» «Дура матка!» — получает немец. «Одного могла бы хоть спасти!» А она, баюкая их тихо, вытирала с губ сыновьих кровь. «Вот такой!» убийственно великой может быть у матери любовь.